любимый. Я там обновляю свою любовь к тебе. Помните, я вам рассказывала, что я еду на тайную озвучку, о которой еще я не могу вам рассказать. Так вот, уже могу. Я озвучила одну из главных ролей в мультике «Baby Boss 2». И он уже скоро в кинотеатрах. Вот такая вот очень крутая работа у нас получилась.